Из книжки. Когда метель за окнами шальная свирепствует порою, иногда учительницу нашу вспоминаю войною опаленные года. Она твердила просто раз когда-то голодным ленинградским пацанам: всегда любите родину, ребята, за что любить, не объясняя нам. Был муж ее в 37-м расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите родину, ведущую нас к цели, любите родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова. И все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю по 100 раз на дню: любите родину, покуда будут силы. За что любить, увы, не объясню. Борт русского новопаростника «Крузенштерн», 63-й год, апрель, канадский порт Халифакс, Нью-Скоша, Новая Шотландия. Над Канадой солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам стадо шепчет грейся, и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас ее домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна, не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. У геркулесовых столбов лежит моя дорога, у геркулесовых столбов, где плавал Одиссей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного, и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного, и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы, еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда.
О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вино сладкие не пей, и женихам не верь. Наш тут Дмитрий Менделеев в третьем рейсе зашло в Дакар, столицу Сенегала. И на эти как раз три дня, на время нашего захода, пришелся праздник, национальный день независимости Сенегала. По какому поводу был устроен морской парад? На берегу океана стояли трибуны с правительственным корпусом, с ТИП-корпусом. Мы, благодаря нашим доблестным капитаном Соболевским, тогда сняв бильбот, подошли с моря. И я в подзорную трубу, разглядывая трибуны, увидел жену французского посла. Расстояние между нами было никак не меньше, чем 7 или 8 кабельтовых. 1682 метра, значит, ну, 168 метров каждый кабель. Да, это все, что было. Настроение было бодрое, мы вернулись на судно, значит, решили отметить день независимости Сенегала. Было сухое вино, которое там выдавали как паёк, значит, в тропиках. У меня еще спирт был, мы все это смешали. Я на нервной почве написал песню о жене французского посла, учитывая, что был третий месяц плавания без женщин, она получила довольно эмоциональный. Я еще был молодой, тогда тестостерона было больше, чем сейчас. Вот. И, значит, ну, тут были скандалы с этой песней, где закрыли визу за интимную связь с женой буржуазного посла. И товарищи из спецслужб, которые этим занимались, сказали: ладно, ты на вала не верти, мы с вами мужчины и понимаем, что такое придумать нельзя. Песня явно написана с натуры. Вообще, это не песня, а вещдок. Вот. И прочее. Там много было всех неприятных приключений у меня с этой песней. А финал был забавный, уже сейчас она передана на многие языки народов мира. About the wife of French ambassador, там раз другие. А, значит, да. А в прошлом, предположим, году в Москве каждый год в мае месяце устраивается фестиваль авторской песни, связанный с Днем Победы и с днем рождения Булата Акуджавы, там 9 мая. Устраивается серия концертов в театре школы современной пьесы Рейхльгауза, театр на Трубной площади. И в очередной раз, значит, в новом концерте, в конце первого отделения, на сцену поднялся совершенно черный человек в смокинге с бабочкой, в таком протокольном костюме, держа в руках огромный там-там, и на хорошем русском языке сказал: по поручению превосходительства чрезвычайного полномочного посла Республики Сенегал в России господина такого-то, я имею честь вручить господину Городницкому от правительства Сенегала вот этот там-там в знак уважения за то, что в России за всю историю впервые написали песню о Республике Сенегал. Но там, конечно, все-таки обычно я все-таки в моем нынешнем возрасте и статусе, значит, пенсионном, я стесняюсь петь там песня, по мягкому говоря, эротическая для левого возраста, но обращаю внимание аудитории на два немаловажных факта. Была она написана 40 лет назад, когда я был чуть помоложе. Это первое. Второе. Ничего, к сожалению, не было. Вот. Я надеюсь на поддержку трудящихся при припеве. Ну, поехали. Да, земля. А мне не Тани, снятся и не Гали,
а не поля, родные не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. На подтанцовке можно выйти сюда. Ох, не слабый, братцы, ох, не слабый. Блеск волны, мерцание весла, хор, крокодилы, пармы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пармы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высоко грудь ее ногая, как нога высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Хор, крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Да, дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной, и в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.